Расскажи про генетический песок. Что это такое? Песок. А что с ним можно делать? Играть. Роман, ты сегодня решили поиграть в генетический песок, да? Угу. У тебя какого цвета песок, Роман? Коричневого. А у тебя какого цвета песок, а не? Можно из него делать? Кто-нибудь там попорно. Кто-нибудь что? Попорно. Ай, бух. Смотри. Бух. Так, это бух. Делаем. Бух. Смотри, у тебя еще одна фиолетовая. Ну да, еще фиолетовая. У меня фиолетовый фок, мам. Я его тоже закопаю моим песком. Тяжело копать. Твердый, да, песочек? Да, да, твердый такой. О, нет, у тебя твердый, да. Ты возьми у Ролана песочек, возьми. Он мягкий такой. Да, у Ролана мягкий песок. Нет, у меня тоже жесткий. Но не такой жесткий, как у Ани, наверное. Ты потрогай ее. Мам, я хочу убрать ложки. Нет.